Всем привет! Сегодня ко мне пришел чехольчик на Lenovo S930. Вот такого вот он плана. Чехольчик к книжкам. Так вот он открывается. Тут залеплен клееночкой внутри. Такие вот у него есть отверстия под динамики. Очень, кстати, классно смотрится. Вообще такой кожаный причем. Вот, ранее у меня уже был опыт использования такого чехла, но он так получилось, что порвался. Но то, что он кожаный, не составляет, не вызывает сомнения, потому что как бы, ну, я уже видел кожу того, как он порвался у меня тоже, то есть реально кожа. И тот чехол старый, который у меня был, держался больше года. То есть и был в отличном состоянии, тоже был коричневый, поэтому я не решился там черный заказ, еще какой-то заказал себе такой же самый, но новый. Вот такой вот он чехольчик. Тут он по периметру прошит. Вот отверстие у него, все дела. Вот шумоподавление. Вот сейчас посмотрим, как он сидит. Телефончик в этом чехольчике. Вот так вот он защелкивается. Раз. Ну, все смотрится отлично. Солидно. Чехольчик покупал на Китае. Так что, кому интересно, в принципе, можете заказывать. Такие чехлы очень качественные, очень хорошие, проверены. Не прогадаете. Все, всем спасибо, пока.